Неплохо, все совсем неплохо. Да, вот теперь к Баху вернемся.
сами сейчас, пожалуйста, это так. Вы имеете отношение к музыке? Никакого? К математике. Ну, еще на ноты. Ну, ты себе не сомневаюсь. А у кого она здесь? У... Она у Марии. Значит, посмотри, сыграй мне сейчас, если можешь. Это не просто, но постарайся. Не делай никаких украшений. Вот так. Вместо того, чтобы слышать.
ее не было в то время, она просто фразировочная. Это такой полуточек, да? Отсюда можешь? Пары. Сейчас.
ты же парень остались. Thank you.
клавиши. Играй мне каждую правую. Крепко играй, не бойся. Мои места слышу балуются. Мои души не балуются, давай буквы вместе. Ритмично.
из-за украшений получается сразу какой-то слишком музыкальный, мелодраматичный характер в этой музыке, а она другая. Она очень собранная, очень точная. Когда ты играешь украшения, они все время обращают на себя внимание. Украшения надо, если все видят, что туда будет черное очень, да? То это уже на украшения не очень тянет. Украшения обычно делают лучше что-то, да? Вот так у тебя здесь это должно на 100% делать что-то лучше, а не просто так. Теперь, когда ты играешь саму тему в двух руках, смотри. Начинается все от левой руки. Раз, два. Есть такое движение. Раз, два, три. Раз. И дело не в лиге, а просто в движении на раз, два, три. Как минуэт. Thank you.
половиной нот не слышно, нехорошо звучит. Раз, два, три, 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 раз, два, три
вещи от Зигнады, и того ни другого не было. Очень точно. Мы тут тебя с ним отыграли, да? Подожди, еще пока отца скажешь. Давай еще пока сделаем. Ну, можно? Нет, нельзя. Не повезло. Нельзя, не скажу. Просто они все совершенно по-другому. Я не сомневаюсь. Отстань, я все вижу, но так давай. Пожалуйста. Они надолго. Они сами.
Вообще есть красота какая? Да? А почему ты говоришь некрасиво? Разве это не красиво? Разве красиво? Так, чтобы люди, которые тебя слушают, они нот не видят. Но они должны представить, что глаза закрыли перед ними ноты, они все видят. Понимаешь? Должно быть очень четко, абсолютно расчерчено. Поэтому когда ты будешь играть, это подвижнее, легче, на три. И украшения незаметные как-то, тебе самому будет легче. Потому что веточки тебе мешают. Ты вот когда такие вещи только на интонацию.
хорошая может быть, чтобы это продолжалось. Она не должна зависеть от украшения, она накладывается на общий ритм. Нужно научиться играть другим звуком после дыхания, да? И на
начинать я бы начинала с какого-то мецефонта, а второй раз я бы играла уже на цепьяно. Да? Запомнишь. Посмотришь, просто ты сегодня уже устала. Там, где у тебя украшение, в этой части, в самом начале. Левую руку, вот этот легат, я тебя зачеркну. Ты не видел вообще. Очень четко, как бы ты играла еще. Сыграй мне так. Thank you.
маму купите лак, самый красивый, самый стойкий для ногтей. Нарисуйте вот здесь цветочек и играй только этим цветочком. Понимаешь, да? Нельзя вот убрать обратно. Вот как эти, знаешь, эти мартышки, у которых вот тут пальцы вместе, один вот так отсюда. Так играют первые пальцы. Ну, вот, ценность, это же красавица. А смотреть сюда страшно, первый палец у нас вообще тут. Ну, Ева, давай. Все ноты, пожалуйста, вот это собрать, как будто ты огурки играешь. Я знаю, что ты устала, поверь мне, я спала 1.5 часа. Причем в течение уже 1.5 месяца. Поэтому можешь со мной не конкурировать в усталости. Поэтому сиди и работай, давай. Что-то случилось.
красота, и дальше опять Чтобы начало. Положи так вот руки.
И посмотри сюда. Ничего не делай, просто перебрать пальцы. Не надо кричать, не надо усилий. Просто ничего, никаких выражений. Ты когда на воду смотришь, а у меня ты что, сразу выражение какое-то чувствуешь? Пока ветер не налетит, или что-то не случится, или просто пойдет, тогда она меняется. Вот ты вышла, посмотрела, что орешь, что ли? Что ты пугаешь меня? У тебя какая-то русалка, которая вопит. Просто поток воды. Сначала покажи поток воды. По камушкам. О, хорошо. Вот, правильное движение. О, слышал? По очереди рука за руку. Но ищи уши должны работать, уши спят. Да, и только тихо. Вот так. Да, и вниз. Вниз. Ну, все, и дальше. Вот, играй. Не пусти, только не ходи.
туда ноту, а держишь руку, поменяла ногу, поменяла, взяла пальцы, сыграли. Поняла?